Россияне не перестают обсуждать состояние тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Новыми подробностями о самочувствии актрисы поделился музыкальный продюсер Андрей Разин. В личном микроблоге продюсер группы «Ласковый май» опубликовал видеозапись, сделанную во время выступления знаменитости на телеканале «Россия». Трогательный ролик он сопроводил важным объявлением. По словам Андрея Разина, худшие опасения врачей не сбылись. Сейчас Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, рассказал своим подписчикам артист. Музыкальный продюсер добавил, что поклонники и коллеги надеются, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» скоро поправится и вновь вернется к работе. Мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось, и она как можно быстрее вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя, заключил Андрей Разин. К слову, ранее певец Шура признался, что сильно переживает за самочувствие Анастасии Заворотнюк. В откровенном интервью исполнитель рассказал, что принимает все тревожные новости о состоянии актрисы близко к сердцу. «Становится грустно, когда вижу чью-то беду. Я очень впечатлительный и сердобольный человек. Волнуюсь за тех, кому плохо. Сегодня, например, очень переживаю за Настю Заворотнюк. Мы много раз работали вместе. Каждый день только вспоминаю о ней, и слеза прошибает», – рассказал он. Добавим, что накануне в сети появилась информация о сборе средств для больной Заворотнюк, который организовала подруга звезды Татьяна Навка. Однако позднее семья Анастасии Заворотнюк опровергла эту информацию. «Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке и компании «Навка Шоу» за помощь и участие. Всей команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника. Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем», — заявили представители актрисы.